В этом году поселок Горноуральский стал центром празднования Дня молодежи для всего округа. Фестиваль «Мы вместе 2018» проходил сразу на двух площадках. На центральной площади Дворца культуры – торжественная часть. Власти округа наградили почетными грамотами и благодарственными письмами лучших молодых специалистов, преподавателей, начинающих бизнесменов, лауреатов региональных конкурсов и фестивалей. Уважаемые жители поселка Горноуральский, уважаемые гости, разрешите от имени Думы Горноуральского городского округа, от имени местного Горноуральского отделения партии «Единая Россия» поздравить всех вас с этим замечательным летним праздником, Всероссийским днем молодежи. И в этот замечательный день обратиться к нашему молодому поколению и пожелать упорства, высоких достижений в учебе, в спорте, в культуре, в творчестве, здоровья, счастья, новых побед и достижений. В завершении награждения совместное фото и творческий подарок местных ансамблей. Неформальная часть чуть поодаль. Здесь на сцене современные танцы и выступления рэп-исполнителей. Напротив работают мастера граффити. Группа художников в качестве подарка украсила стены пары зданий. Изображен воин, богатырь, русский, даже уральский скорее. Вот, и он описывает именно дух народа, дух мест наших. Вот, собственно, вот вся концепция. Самое главное, что я хотел бы сказать, что все-таки этот праздник, который был основан еще в 1958 году и назывался День советской молодежи, а в 93-м году он плавно перерос в День российской молодежи. Сегодня два, получается, праздника. 60-летие советской молодежи, 25 лет российской молодежи. И хотелось бы, чтобы на этот праздник как можно больше приезжало жителей не только нашего района, но и близлежащих муниципальных образований, как Нижнего Тагила, так же соседней Кушвы. Хотел бы пожелать нашей молодежи и в дальнейшем участвовать, расширять свой кругозор, дружиться. Ну, с праздником,